Заслуженные награды в День учителя получили педагоги детских садов, школ и организаций дополнительного образования. Во Дворце культуры «Арктика» прошел вечер чествования тех, кто на протяжении многих лет готовил олимпиадников, победителей престижных конкурсов, заменял родителей малышам и посвятил жизнь воспитанию подрастающего поколения. Популярные мелодии в этом кабинете звучат ежедневно. Уроки уроками, а позволить ребенку сыграть любимую мелодию нужно непременно. Таково убеждение Ольги Плениной. Педагог преподает в музыкальной школе с 17 лет. Благодаря внушительному опыту может точно вычислить одаренного ребенка и довести до победителя престижного конкурса. Вот ты сразу должен эту нотку видеть. Фа, ми, ре, ре, еще раз. Влад Шапов играет на гитаре второй год. Сложные аккорды берет уже уверенно. Совсем недавно его включили в ансамбль «Вдохновение» как перспективного ученика. Теперь занятия с педагогами индивидуальные и интенсивные. В числе одаренных учеников и Тимофей Лыков. За 3 года занятий под руководством Ольги Вячеславовны выучены более 10 композиций. Она добрая, не злая, не ругается. И произведение дает те, которые нравятся ученику. Видеть талант и выводить его на новый уровень – главная задача педагога. Ежегодно ученики Ольги Плениной становятся победителями и лауреатами музыкальных конкурсов. Хочется дальше развиваться, еще больше развиваться, хочется еще что-то творить, хочется самой больше играть, но времени пока не хватает. Мы хотим создать с Карпуниным Евгением Андреевичем тоже какой-то ансамбль, чтобы вместе поиграть. За выдающиеся достижения в области образования Ольга Пленина получила диплом лауреата премии президента Российской Федерации. Вручая награды отличившимся педагогам, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский отметил, образование должно идти в ногу со временем. Вы всегда можете рассчитывать в моем лице и в лице администрации на поддержку. Мы действительно считаем, и я убежден в том, что образование качественное – это является абсолютным приоритетом современной жизни. Более того, я считаю, что образование должно становиться все более и более современным. Мы побывали в школе в поселке Красное, и я смотрю, что уже входит в образовательный процесс какие-то современные технологии, интерактивные доски. И, конечно, это сегодня наша с вами обязанность все это использовать. Лауреатами премии губернатора Ненецкого округа стали Вадим Барахматов, Галина Вокуева, Елена Жолоб и Зинаида Макарова. Диплом за выдающиеся достижения в области образования получила Ольга Гвоздева, учитель школы поселка Искателей. Кроме того, впервые в регионе вручена награда «Почетный учитель Ненецкого автономного округа». Ее обладателем стал учитель Ненецкой средней школы имени Антона Пырерки Матрёна Талеева. Валентина Чибичек, Леонид Шишилов, телеканал «Север».